у нас уникальный шанс рассмотреть двухэтажный автобус вблизи. В нем очень мягкие, красивые диванчики. Это недорогой вид транспорта. И вот такая лесенка ведет на второй этаж. Не знаю, видите вы или нет. Вот. Такие маршруты. Это самый дешевый и достаточно удобный вид транспорта. К слову, как говорят местные жители, в Лондоне довольно высокий уровень преступности. И сейчас в связи с вирусом и обезлюживанием улиц, ну, преступность повышается, реально повышается. И я видел это лондонское метро, друзья. Там, конечно, действительно, вот если, к примеру, женщина одна едет, вот сейчас там опасно. Там нет полиции на станциях, как у нас стоит, вот наша это милиция, полиция. А на самом деле у нас очень хорошее и безопасное метро. Поверьте, лучшее в мире. Я горжусь нашим метро. Вот. А это один из входов в Гайд-парк. И вон триумфальная какая-то арка. Называется Marble Arch, мраморная арка. Вот, и что-то там строят. Странные противоречия. С одной стороны, фунты стерлингов нельзя снимать из уважения к лику Ее Величества. А с другой стороны, вот она весьма шутливо изображена. А рядом еще более шутливо пузатый Донни Трамп. И у него на носу аж эта резиночка. А вот принц Гарри, да, Гарри ведь такой небритый, прикольный товарищ. Не прикольный, со всем моим уважением, ваше сиятельство. Никаких шуток с королевскими особами. Я себе не позволю. Your Majesties. Вот центр Лондона, вот эта арка с другой стороны, автобусы, мусор. Вот. Попрошайки цыганские. Тут много цыган. Вот. Здание на солидном ремонте. Безликий мир. Вот, безликий мир. Манекены без лица. И без руки, заметь. А это да, вообще. Но он, наверное, на войне побывал. Расфигачили парня. Эх, непростая штука армия. Или простая, как мычание. Люди зеркала, кстати. Очень шикарные. Да, да, манекенов тут просто множество. И хочу сказать напоследок, друзья, сейчас противостояние планет, оно продолжается. Вот прямо сейчас на небе гигантский Юпитер. Гигантский. Юпитер — бог власти и справедливости. Вирус бросает перчатку. Да. Да-да-да, вирус бросил вызов. Осторожно, машина. Вначале направо смотрим, а потом куда? Налево. Это Великобритания. В общем, смотрите в обе стороны, друзья. Вот. Вообще очень странно. Пустой город, как говорят местные жители, вот на этих улицах всегда чрезвычайно многолюдно, но сегодня почти никого нет. Попрошайки в отчаянной надежде что-то раздобыть. Денег у меня нет, одному попрошайке я вначале нагрубил, а потом отдал йогурты, которые нам на завтрак дают бесплатно, ну, в счет этого. Вот, и печенье юбилейное, не считайте это рекламой, ну, которое из Москвы привез. Я уеду раньше, и можно поделиться. Просящему да будет воздано, рука дающего не оскудеет. Ты ревешь, как раненый слон, пошел вон, вон Вавилон. Вот, вот он, Вавилон. Турецкий парикмахер. Ночной Лондон. Вот такие вот дела. А вон Юпитер противостоящий. Правда, вряд ли вы его увидите на эту камерку. Ну вот, ночной Лондон. Какая красота, наверное. Но мне нравится. Постараемся найти дорогу до отеля. Вот. Да, и вот эти вот маленькие магазинчики, такие уютные, они дико дорогие. Вот. Еду покупайте в супермаркетах, если вы не богатый человек, у вас есть на что ее покупать. Очень много попрошаек, нищих, но у них сытые лица. Мы можем переходить? Да, друзья, не часто выпадает шанс, вот там тоже живут люди внизу. Действительно, вот такой подвальный этаж для Лондона — дело совершенно естественное. Вот, смотрите,
Вот. Не каждый день выдается шанс прогуляться по ночному Лондону. Я решил просто немножечко пройтись с вами, дорогие друзья. Вот. Сверяйтесь с картой, если гуляете, заблудиться несложно. Вот у кого-то там домик. Вот, велосипедисты ездят. Люди бегают, многие тут физкультурничают, вовсю молодцы. Вот такие домики. Красивые, уютные, ухоженные домики. Домашний отель «Гриффин». А закрытые все музеи, все бары, рестораны, кафе. Единичные фастфуды работают, но в основном все закрыто. Некоторые люди продолжают жить обычной жизнью, но там вдалеке мерцают мигалки. Очень много сейчас экстренных служб по Лондону лихорадочно носится. Вот так вот. И улицы пустые. Сейчас на самом деле еще совсем не поздно, едва 8 часов. О, иранская икра белуга. Available, доступно. Дело в том, что в России запрещена добыча черной икры официально. Ну, конечно, браконьеры, все дела, с попустительством местных властей, стопудово. Вот. А в Иране официально разрешена. То есть Россия эту белугу разводит, выпускает. А наши иранские, арийские братья, какие они нам братья, они нашу же эту белугу добывают и сюда толкают. Красавцы, да, молодцы. Вот, иранская икра, несмотря на все санкции, попадает сюда. О, на японском что-то. Вот. Мусор вот так вот. У них вообще с мусором особая история. Вот видите, бар, все закрыто. Время тут часов 8 или сколько там. Все закрыто. Герцог Кендалл. Duke of Kendall. Герцог из Кендала. Вот. Ну а так очень красивый, милый город. Я до сих пор не знаю, что это за деревья, но они очень мне нравятся. Пустой, пустой город. Сейчас не 2 часа ночи. Сейчас едва-едва 8 часов. Не спрашивай потом своих колокол. 8 склянок, ровно 8 вечера. Хе-хе, силлер. Прошу это не считать рекламой, но вот электромобили, вот зарядки к ним, и вот они здесь, на улицах Лондона. И, к слову, замечательное качество сборки. Видите, как истекают влага и фары изнутри. Это не реклама автомобиля, нет, ни в коем случае, но просто достопримечательность такая мелкая. Бомбей Пэлас, дворец Бомбей. 8 вечера, 8 и 10 минут, друзья. Совершенно пустой город. Вообще пустой. Вот так вот. Прячутся по домам люди. Обилие темных окон говорит о том, что многие покинули Лондон, уехали за город. Вот такие вот дела. Машин немного, и часто сирены звучат на улице. И вот, да, это действительно первая зебра, которую вот полноценная зебра, которую мы видим в Лондоне. К слову, хочу сказать, несмотря на то, что вот говорят, что вот британцы такие дисциплины. Березонька, ох, родина мать. Бирч по-английски, береза, бирч. Вот. А вон Юпитер в небесах. Запад, значит, там. Вот. А это первая зебра, которую мы увидели. И добавлю, что британцы переходят дорогу, как Бог на душу положит. Вот. У нас уже штрафуют за переход в неположенном месте и на красный свет. А британцы ходят. А это при том, что народ дисциплинированный. Но вот так вот. Приоритет у пешеходов есть и здесь. Вот. Не сбивайте людей, водителя.
Да. И вот этот храм, сияющий зловещим синим цветом. И цветочки. Я не знаю, что это за дерево, но вот март, 23 марта, и Лондон цветет. Красота, красота. А вот синяя подсветка, как справедливо заметил отец Дионисий, действительно безжизненная. И такая зловещая, и такая стрёмненькая. Ну, некрасиво, честно, некрасиво. Я помню это место, да-да-да. Первый дубль был тут, да-да-да. Нет. Мусор, 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 мусор. Вот. Вот. Это район, наверное, не бедный. Но рядом соседствуют такие гостиничные кварталы, совершенно пустые сейчас, потому что туристов по понятным причинам нет. Ну, кроме нас с отцом Дионисием. Ну, мы такие туристы, весельчаки. Вот и там, видите, и там сидят в подвале за столиком люди. И чай, наверное, пьют. Вот так вот. Островное государство Великобритании. Восемь вечера, народу никого не бывало. Я не завсегдатай Лондона, но люди говорят, что такого не бывало вообще никогда. Рари, друзья. А такой тачки я еще и не видел, знаменитого немецкого концерна. Даже в богатющей Москве нет. Наверное, это электромобиль. Вот. И в небе постоянно звук летающего баражирующего вертолета. Не знаю, слышите ли вы. Еще один дворик. Да, вот такой вот Лондон. И там сияет Юпитер наверху. Планета справедливости и силы. Власти и справедливости. Вот такая вот милая площадь. Fullers. Сколько ж тут улиц? Раз, два, три, четыре, пять улиц. Пятикрёсток. Вот. Gloucester Square. Вот эта буква C, Gloucester, она как бы должна читаться Gloucester или Gloucester, но читается как Ч, Gloucester. Какая красота! Вот это красота! Что это за дерево? Напишите в комментариях, друзья. Я честно, честно, просто не знаю, теряюсь в догадках. Вы бьете меня в промежность. К слову, отсутствие обоняния — один из симптомов ковида. Но ужас в том, что как бы у меня это обоняние пропало задолго до появления этого биологического оружия. По другим естественным причинам. Вот он, Лондон. Странно, а тут нет подвальчиков. Почему? Да, каждый дом как бы утоплен в землю. И там вот такой вот полуэтаж. Так интересно они строят. Вот, смотрите. Заглянем. Вот. Вот. Заблудиться тут элементарно, друзья. Такая лесенка ведет, и там тоже вот какая-то жизнь. Вот. На улицах очень мало людей. Вот. Да, а эту арочку я вам уже показывал, дорогие друзья. И вот она выглядит как ночью.
Нет, много окон светится. Люди сидят по домам в том многоквартирном доме вдали. И вон другая арочка. Что ж, а мы пришли в наш шикарный отель, в самый маленький номер на мансарде. И я вылезаю покурить на крышу и покажу вам виды. Или я уже показывал, но покажу еще раз. Мне так нравится там. Вот он, отель Александра. Не считайте рекламой, но персонал на самом деле весьма доброжелательный и вежливый. Ночи, друзья, ночные дрозды.